Здравствуйте, привет всем! Сегодня будет танец с блогерами Абакана. Учим танец, называется флос. Американский, да, танец? Да. Кажи, смотри, какие движения нужно делать. Встаешь, просто такую, руки по швам. Первое движение, ты делаешь руки, выбрасываешь руки вперед, в сторону, а туловище назад. Потом обратное положение чуть, руки назад. Вперед, обратно, таз и вот так сюда. Получается, получается, двигаемся вперед, назад. Вперед, назад, да, и потом меняем руку. Вот, вот сейчас смотри, вперед, назад, влево. Да, теперь руки меняем влево. Вот так, хоп, хоп. Теперь вперед, назад, сюда, вправо. Вправо. Вперед, назад, влево. Это так танцуют. Да, простое движение, поэтому теперь начинаем сначала. Руки вперед, туловище назад. Ровно, да? Руки, ну, да, ровно, руки чуть-чуть нужно расставить. Да, руки вправо, вперед, туловище назад. Да. Потом делаем вперед-назад. Вперед-назад. Да, влево. И меня руки влево, вперед-назад. И так нужно пытаться скорость увеличивать. Отлично, приускоряемся. Теперь да? Нужно попробовать побыстрее. Вот так чуть-чуть-чуть-чуть. У тебя хорошо получается. Ну, еще 15 минут, и все будет суперски. Вперед-назад влево, вперед-назад вправо. Если учесть, что Руслан не пробовал никогда это сделать раньше. У тебя папа, мама, видели такой танец? А? Такой танец, папа. Балдежный танец. Руслан все равно схватил. Если учесть, что он не делал это до этого. Поэтому, если вы никогда не пробовали, попробуйте этот танец. Будет когда-нибудь флешмоб. Танец близнецов. Танец близнецов и Руслана. На этом мы заканчиваем видео на сегодня. Спасибо всем за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал Руслана. Ссылочки будут в описании. Спасибо вам за вашу поддержку. Подписывайтесь на канал. Встретимся в следующем видео. Здравствуйте.